Так, небольшое видео по просьбе Аяна. Он просил посмотреть, показать, как выглядит мост. Ну, мост как мост. Сейчас уже и не помнишь, как проходила прежняя дорога. Так, насколько я ехал в сторону аэропорта, северный объезд, который, через который построен этот мост, так, для нас еще не готов. То есть на нем много снега и прочих неприятных элементов. Я имею в виду для нас шоссейников, товарищи, нашипованных велосипедах. Это не касается. Вот он, северный объезд. Так, под мостом снег. Хотя нет, вроде бы. Ну, можно, но нежелательно. Я бы не поехал. Да, вон переметы. Вряд ли там кто-то чистит. Мало кто ездит, поэтому... Да, там достаточно много снега.